Всем привет, с вами Доктор Свейверит. Сегодня поиграем в игру Ice. Спустя, скажем так, небольшой перерывчик в 2 недели. Ну, на самом деле я выпускал еще различные шортсы, поэтому можете их глянуть. Ну так, чисто, по приколу. А сегодня мы попробуем поиграть в Ice. Третью главу дружок охраняет школу на кошмаре. Как видите, игра немножко обновилась. Ей исполнилось 10 лет. Кстати, всех поздравляю. То ли 14, то ли 15 числа стукнуло. В общем, очень классно. Так, что я еще забыл сказать? А, ну, как видите, у меня тут слетел немножко прогресс с предыдущего геймплея. То есть, причем глава вторая нормальная, а глава первая... Ну... Давайте попробуем тогда, что ли. Итак, приступаем, быстро утаимся. Не знаю, первый раз попробую на кошмаре, потому что предыдущий раз на... Как это? На тяжелом уровне сложности у нас ничего не получилось. Ой, бежим, бежим, бежим. Блин, походу мы уже сейчас умрем. Очень у нас такой активный старт, скажем так. Так, он где-то рядом. Понятно. Очень удачно мы начали, конечно. Так, ладно. Давайте... Отказаться. Попробовать снова. Как видите, нам не особо повезло. Как всегда. Ну ладно, будем пробовать экспериментировать, что из этого у нас выйдет. Может быть, и не будем пробовать, конечно, с другой стороны. Быстро, 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 быстро открываем. Так, сейчас звонок. Я готов. Я готов как никогда. Или не готов? Ну-ка, давай на... А! Опять я выкинул половину всего. Так, он что-то ест, походу. Давайте в туалет забежим. Ой. Закрой! Короче, весело у нас тут. Давай, давай. Нам же деньги собирать как-то. Мне кажется, нам конец. Так, он съел то мясо. Вот еще мясо. Конечно, не особо нам тут может повезти сейчас. Я смотрел, как один чел играет. Он как бы там, все простенько. Но я его, в принципе, могу понять. Если ты хорошо игру знаешь, то, в принципе... И правда, не сложно должно быть. Так, он снова сейчас, наверное, влетит в дверь. Я ведь знаю его.
Пока что у нас прогресс не особо. А почему? Почему мы дышим? А! Держи! Побежали! Куда бегу? А! Мы в ловушке! Не, ну ребят, ну кто это делает, конечно, молодец. Я ничего не говорю. Давайте тогда лучше спринт купим. Так, продолжаем. Я когда рекламу слышал, там был звук, короче, того, что это. Там тут были, да? Что он тут, короче, рядом? Где он? А! Вот здесь он. Че, не видит, что ли, да? Туалеты. Короче, не знаю, как мы это пройдем. Даже за полчаса, мне кажется, это пройти, если ты ничего не знаешь, нереально. Ни мяса у нас, ни черта. Быстрее забегай. Опять нас где-то тут... Опять через дверь войдешь, да? Спринта нету. Ничего нету. Идем нафиг, так сказать. На удачу, просто на удачу. Куда идти? Я уже эту карту ничего не помню спустя 2 недели. Ладно, просто импровизируем, да? Куда? Вот, кстати, тут выход. А, это, блин, это... граффити, а я думаю, это... Ладно. А! Что? Двери закройтесь! Тогда я заберу. Такое ощущение, он ушел на другой этаж, да? Но я буду надеяться. Так, ну 9 мешочков, между прочим, это рекорд. Мешочки, мешочки. Где мешочки-то? Главное, что у нас теперь мясо есть. Вот так стало, кстати, легче играть. Намного. Хотя тут туалетов нет. Такое себе немного. Но... О май бог, просто. О май гад. Что за дичь? Нет, он наверх пошел, походу. Это, походу, 3-й этаж, да? Я путаю, наверное. Простите, ребят, ну знаете, стресс делает свое дело. Я кидаю мясо, меня не трогают, ладно? Как думаете, это сработает? Я хочу, короче, попасть наверх, я не помню как. А мы еще тут ничего не пролутали, нормально. Я знаю, не говорите. Сколько тут ящиков. Так, мы в тупике, да? Официально мы в тупике. Вот он, вот он, вот он, видели? Так, готов бросить. Он что-то съел. Ладно, просто бежим. Еще что-то ест. Как попасть на 3-й этаж? Google... А вот. Еще что-то ест. Ну ладно, пусть ест. Нам бы, конечно, по-хорошему. Отсюда выходить не очень хочется. Отсюда по-хорошему выходить не очень хочется.
Опа. 30 монеток. Ну вот так у нас, да, короче? Угу. Пробуем еще раз, короче. Я не знаю, ребят, это просто кто-то придумал какой-то сверхгений. Ага, мы поняли. Может, сразу вниз пойдем? Как думаете, норм тактика? Стрём или норм? Мне кажется, стрём. Класс. Класс, просто балдёж. Куда идти? Я что-то уже не помню. Я готов. Вот, держи. Мясо, 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 мясо. Ух, смотрите, как тут по-хардкорному. Туда даже, да? Это вам тут не Гавайи. Это какой-то бред. Не знаю, как люди проходят тут. Явно тут играют несколько часов. Они 5 минут. Через 2 недели. Да? 5 мяса, держи мясо. Я такого не знаю, где он. Я думаю, в открытых дверях не особо тут классно оставаться, по идее, да? Но мы попробуем свои силы. Опять, кстати, можно ведь сейчас купить вот это. Либо 20 монет потратить. Потратим монеты, ладно. Куда идти? А сейчас двери откроются, да? А мы в тот раз сюда ходили, кстати, не помните? Вроде нет. Тогда я много чего пропустил, по факту. Хотя двери закрыты. Двери открыты. Так, ладно. Это где вообще? Я не знаю. Вообще похоже на третий этаж. Вот вы понимаете, где он? Я просто буду мясо кидать. Мне все равно. Вот мясо еще. Держи мясо. Ешь просто. Наслаждайся жизнью. Ешь мясо и отставай от меня. Опять мы что-то на доске пишем. Дайте мне мясо обратно. Немножко напряжно, я вам так скажу. И где он? Так, окей, он где-то внизу, короче. То ли это подвал, то ли что, я не знаю, что это в школу называется, но, наверное, это типа подвала. Так, ладно, пока нормально, да, держимся, как думаете? Конечно, мне тут очень неуютно. Что поделаешь? Проще вообще прятаться либо в туалете, либо в углу. На этом этаже, я думаю. Привет, любимый туалет.
Так, он идет куда? Это вроде бы наш. Ну, короче, не наш этаж был это. Двери. Ух, двери закрылись. Ну, это хорошо. Он даже сюда по факту-то и не пошел. А я что-то не понял, я все проверил или нет? Вот как так жить? А, он уснул, походу. Только где он уснул? Непонятно. Так, сбегать наверху. Значит, надо было... А чего нам еще 7 мешков осталось, прикиньте? Я что-то, мне кажется, все уже полутал. Я готов. Иди сюда. Вот, его тут нет. Я не готов. Закрой двери. Я специально стою, чтобы не открыть случайно дверь своей попой как-то. Вот что персонаж любит открывать двери, едва дотронувшись. А еще у нас, когда персонаж начинает дышать, он, значит, этот монстр летает рядом, но мне кажется, это уже все знают. Поэтому... Так... Кабинка-то не работает. Когда уже капитальный ремонт? Куда деньги девали? Непонятно. Так, двери открыты, да? Да. Что-то он не особо активный такой. Ну, сейчас мы получим активность. А? Получай сколько хочешь, а я валю. О, деньги. Он вроде может проходить через эти двери, нормально так. Это вроде особенность карты, я читал, что монстры могут через некоторые двери входить. На школе именно, а на других картах не могут. А вот почему, вы скажете? А я вот не знаю почему. Я считаю это нечестно. Где унификация? Чё он ест? Где он ест? Вы поняли вообще? Я хочу там полутаться. Помечу, что я тут все поутал. Одно мясо возьму. Два... О, господи, сколько много мяса. Сразу сюда. Он опять что-то ест. Но почему-то звук в правом ухе, а он кричит в левом. Надеюсь, в этой игре исправят вот эти аудио, скажем так, приколы. Не хочется отсюда убегать, потому что здесь ящики. Давай, пожалуйста, иди на другой этаж. На другой этаж, говорю тебе! Куда ты ко мне побежал? Как жить? Он что-то съел. Молодец! Там осталось всего 4 мешка. Я думаю, хотя 4 навряд ли в шкафах. Но... Ничего, он быстрый. А что это такое? А тут я лутался? Да. А тут? Да. Да?
Это что за ультраскорость? Он опять пошел на третий. На наш, точнее. Ну, не на третий, на наш. Бред не нести, да, скажите? Я в тот кабинет не могу попасть. Тут я скорее больше ору, чем на самом деле играю. Но по факту, реально, как? А, тут есть мясо? А тут... Тут радио, понятно. Где он? Раз. Так, ну я ничего не знаю. Я лучше заранее. Нам один мешок остался. Вообще так-то обидно. Где он? Это где? А, я кинул! Что? Нет, ребят, вот тут было вообще нечестно. Вот я кинул, Миш. Я три аж кинул. Нет, возродиться. Чтобы вы понимали, я нажал кнопку «Возродиться», и пока и шла реклама, меня снова убили. Чтобы понимали, Паулина, ты что наделала? Это что такое? Что за подстава? Нет. Это нечестно, я считаю. Это прям... Сейчас была тройная нечестность. Моя теория была правильная, что все-таки игра на паузу не ставится. А что ему вообще все равно на мясо стало? Ой, ребят, ладно. Давайте, короче, попробуем теперь на тяжелом, я уже не знаю. Тут, мне кажется, одна дичь. Одно просто фу, потому что, как видите, тут даже дело не в том, что он быстро, не быстро. Он сейчас на мясо вообще не реагировал. Это что? Меня убили во время рекламы, это что? Я просто офигею. Ладно, попробуем на тяжелом. Раз там не дают с первого раза сделать кошмар, то ладно. Не очень-то и хотелось. Вот такие делишки, да? Мне даже не страшен он. Что это вот за место? Ну, только неприятные воспоминания оставляет о себе. Где он? Почему звук со всех сторон? Ладно. Мы поняли. Нет, ну слушайте, я не остановлюсь. Пока я не пройду хотя бы на тяжелом, я не знаю, что. Это... Вот я не знаю, может он сломан или что? Почему он вообще не реагирует на мясо? Ну, вроде реагировал, сейчас фигней занимается. Не, ребят, ну это бред. Почему он на это не реагирует? На... Не на мясо, не на... Что это? Не, я понимаю, что как бы да. Некоторые моменты могут быть спорными. Но не настолько же должны быть они спорными, чтобы не работали. Работали.
Как это проходить, если это непроходимо? Это вспоминает первую свою серию. Откуда звук? Слева где-то, да? Ты здесь? Он на мясо не реагирует! Вы видели сейчас в прямом эфире. Но на самом деле он в конце съел, но все же. Потому что я побежал. Только попробуйте дверь открыть. Со всех сторон мясом кружил себе. Возьми обратно. Но это уже просто бред. Это что-то новое. Паулина, что придумала? Что за соревнование тут? Это уже не хоррор игра, а игра на выживание какая-то. В плохом смысле. Я начинаю злиться. Это где? А, это вообще третий этаж. Ладно. Ну или второй, не знаю. Пока вертимся тут, короче. Может, я как-то неправильно кидаю эту еду. Хотя вроде работало раньше. Перед собой кидаешь. И нормально. Я опять убегаю, потому что он не ест. Вы в прямом эфире видите? Аферист! Аферист! Ловите его! О, глазик. Он должен есть мясо. Почему он не всегда его ест? Даже на кошмаре он ел его. Спасибо. Я вам говорю, это беспредел. У меня только 4 кусочка. Ну, хотя 4 тоже нормально, но... Учитывая, что за один раз выкидываю все, то... Это мне не поможет. Идти туда мне пока не особо охота. Я, может, что-нибудь пропустил. Конечно, пропустил. Вот, смотрите. Любуйтесь. Блин, ну обидно, один мешок у нас тогда оставался. Это... Ага, он передумал. Только я не помню, как это откуда вообще надо выходить, чтобы он по лестнице ошивался. 5 мешков? А где 5 мешков? Как? Как какать? Ну сейчас он съел. Вот сейчас он типа... Ага, молодец, молодец. Ну мы видели его. Действие. Так, он вообще пошел вниз куда-то. Что за обманочки? Дружок какой-то недружный, слишком он... Он не ест мое мясо. Прекрасно, просто прекрасно. Да, я знаю, хороший вид. Прекрасный Манхэттен. Мы еще сюда не зашли. Ага. Нет уж, нет уж. Я понял, что он с третьего пошел этажа. Потому что там моя любимая комната, как вы знаете, по предыдущему выпуску. Ну уж нет. Так просто я не сдамся. Что, денег нет, что ли? А мы тут лутали, да, наверное?
Это на всякий, просто. Просто на всякий. Куда ты пошел? Это какой этаж? Это подвал, не подвал. Непонятно, ни черта. Походу, это был подвал. Ну да. Угадал. Да, угадал. Пожалуйста, ешь еду. Пожалуйста. Я хочу назад вернуться. Окей, вниз пошел. Ну, вроде как, да? Может, передумать? Нет, не передумал. Куда сейчас бежать? От кого? Вот вы знаете, куда бежать? Я вот уже забылся. Где я был? Где я хотел порутаться? Я прям запомнил. Так, были шкафы какие-то, да? А где эти шкафы? Вот. Где? Где ты? Где же ты? Блин, куда я прибежал? Я помню, что он через вот эти какие-то две комнаты может проходить. Через какие именно, я не помню. Вот, я сюда хотел попасть. А где выход? Где выход, вы помните? Я не помню. Подождите, дайте вспомнить. Блин, память, работай, пожалуйста. Я не помню, где выход. Я настолько думал, что мы это не пройдем, даже забыл, где выход. Так, давайте вспомним. Где я его мог потенциально видеть? Я его, блин, нигде не видел. Ну, давайте попробуем вниз сейчас пойти. А если там нет, то... Да и ладно. Да... Походу, выход-то не тут. Или тут. Тут мы угадали. Ух. Господи. Хвала небесам, мы прошли это хотя бы на тяжелом. Хорошо, ладно. За 8.37 на тяжелом. Вот такие молодцы. Ладно, я думаю, на этом я серию закончу. Под следующую серию я выложу, наверное, где 100% уже пройду этот невозможный кошмар. А так, пока что на этом мы остановимся. Ага, смотрите, я прошел, но звездочки не загорелись. Опять, наверное, какие-то баги. Паулина, молодец! Ну вот так вот, короче. Ну, с вами был Доктор's Favorite. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, дизлайки. Подписывайтесь на канал. Проявляйте любую деятельность. Пишите какие-нибудь пожелания. Ну и всем пока.